Хилов достаточно было. Вчера, а, в понедельник 19 тел добивали, ее плюс один. Ну, если не умрете, все будет окей. Давайте бафаемся, рыбу ставлю. Че, зря приходили, что ли? Что делать-то, блядь? Все хуево будет, то, блядь. ДПС хватать не будет, посмотрим. Да, ты в хилде, ты идешь в портал. Расскажу, какой портал. Так, Маранди в ДД. Так, ДЦ нету, крадешь, придется сразу ход из всех, как портал будем заходить. По порталам, слушайте. Норик первый портал, Маранди второй, Марс третий, Найс Шаман четвертый, я пятый, Клеркас шестой, Краделыч седьмой, Флайингав паладин, короче. Просто восьмой. Флай. Давай, Флай, просто. Восьмой, Топыч девятый и Фейс десятый. Все услышали портала свои? Посмотрите картинку в Дискорде, чтоб не путаться, жи портала не заходить. Все. Маранди второй, да? Маранди, сейчас скажу. Дама. Маранди, да, второй. Все по пати как вот идет. С первой по... Первая, вторая группа по порядку. Все это ваши номера порталов. Милики, стоим все в центре вместе с танком. Никто не надо никуда выбегать, там обов напуливать. Танк сам должен забирать. РДД ходим по кругу, зеленую лужу не заходим. Нас, блядь, 20... Сколько нас, блядь? У нас 21 человек, но вообще нельзя, чтобы ни один моб не вышел лишний. Все делаем аккуратно, лучше кас стопните и отойдите от этой лужи. Да, Нир, ты в танке, ты один танк. Маги, дайте столик, пожалуйста, прослакал. Спасибо. Так. Наше молоко пошел на провал сейчас. И сказал, что рынок типа ходит. Так, дальше, это первая фаза. На второй фазе переводим, когда все, кто портала, я сказал. Милики, бьем средние щупальцы. Удушаешься, сразу же все свичаемся. Все быстро заливаем. РДД бьют большой щупальце, танк. Никто к большому не подходит, кроме танка, только кас бить. Там любая автоатака собьет кас большому щупальцу, и все, и сразу же отходит. Милики, вообще не подходите к большому щупальцу. Даже рядом не пробегайте. Тут на второй фазе еще будет связка у вас, на это надо сбежаться, такая ниточка будет, вы связаны будете с игроком. Просто сбежаться, если этот игрок заходит в портал, если там РДД и Милика какого-нибудь связала, то РДД проводи его до портала, он зайдет, и эта нитка спадет сразу. Будет бросаться череп на второй фазе, еще от него все отходим моментально. Тоже не надо слакать. Сразу бегу, увидели череп, блядь, сразу все отошли от него. На третьей фазе все стакаемся в одну точку, я скажу, метку поставлю. Когда скажу отворачиваемся, все отворачиваемся от йога. Кто в порталах, смотрите там по сторонам, стену куда-нибудь, увидите череп. Не теряйте здравомыслие. Если у кого-то мало здравомыслия, лучше восстановить, это не зазорно, мы плюс 4. Ага, где один хранитель, ебать? Мимирон, а чек не. Сейчас чек. Мимирон стоит, ебать. Нормально. Рыба была? Или я? Рыба была, сейчас еще поставлю. Еще. Ничего сложного, босс изи плюс 4, блядь. Кто здравомыслие потеряет, это, ну, пиздец будет. Блядь, минус уважения сразу. Может, за приста бафом слетать? Давайте слетать, да, кто может. Один чел. Как поставьте тогда?
комнате на йогу будут 4 луча, они будут по краям в этой комнате находиться зеленые такие. Туда можно зайти и восстановить здравомыслие. Если видите, там уже 20-30, лучше зайдите. Ты же по не зашли в лучи йога, которые стоят. Не, ну а, не которые от йога. Да, от йога лучи будут зеленые, в них тоже не заходим. Пэс, я же сказал, что ты у тебя 10-й портал. Окей. Я отходил просто. Собственно. Название свитка знает кто? Блядь, благословение ж какой-то там. Сейчас скажу. Рунический свиток стойкости, что ли? Да. Рыба стоит, если что, кушать, не понимаю. Няшар, ты здесь с микрофоном? Да, рунический свиток стойкости. Ну, почти. Ну ты это, смотри за ребятами здесь, кто снаружи будет оставаться. Управляй их, если человек портал когда заходить будет. Подсказываю. Спасибо. Давайте, Арчина, АФК. Так, ласки все пьем. Кто в порталы заходит, там можно несколько потов будет выпить, потому что там он откатываться будет. Да, я ассист. Сейчас точно. И встань ко мне вот сюда. Сюда, вот сюда, где я. Так, ребят, теперь смотрите, кто в порталы заходит. Вот. Квадратик — это йог, грубо говоря. Выход у нас вот здесь, где череп. Встаньте вокруг квадратика, так как вы будете в порталы заходить. Грубо говоря, вокруг йога. Вот квадратик — это йог, череп — это вот выход. Надо куда он смотреть какой... будет. Куда попал? Встаньте, встаньте все, ну, чтобы чё, вы не путались потом на йоге. Все милики, кому порталы назначил. Все же посмотрели картинку, какой портал. Вокруг квадратика встаем так, как вы будете стоять вокруг йога, когда будете в порталы заходить. Все понимают, где у кого какой портал? Ранди, у тебя первый портал. Ты же сказал второй Ой, портал. Ой, второй, да? Второй, 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 а ноль, первый. Втором. Да, ты на втором стоит. А краделка вот не там стоит. Первый вот тут ровно сзади. Первый, вот где клерка спрыгает. Седьмой, получается, ты слева от друида у тебя. Ой, да, два друида. Лай, у тебя какой портал, я тебе говорил? Ты сейчас стоишь на пятом. Где череп, это вход в комнату. Вот, короче, сзади ровно первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой ровно спереди, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И сзади ровно первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой ровно спереди, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И пятый ровно сзади босса. Или шестой? Шестой ровно сзади, шестой. Пятый, если смотреть на йога, чуть правее. Да, шестой. Чё, ничего своего, мы должны за три портала перевести где-то. Ну, край четыре, не как в прошлый раз там по шесть было. Я буду анонсить, сразу все к своим порталам подходим. Марс и Шаман. Найс. Вы разобрались, да, кто куда? Что в одном месте стоит. Ну да. У тебя Марс третий. Ну все, вроде все разобрались. Ладно, давайте. Давайте еще одну арчу. Все, поехали. Креветочка, пот выпей. Стой. Ну, уже поехали, уже пуля. С главарем этих извергов. А
Обратите гнев и ненависть против... Еще один напульщик. Некромтаник. Алан, ты сегодня, похоже, последний день в гильдии, но... Отсты кикаем вот эти. Темный залп называется. Ребят, в квадратик все. Можно сразу тут уже стоять. Каст. Заранее передвигаемся, там уже не задет. То мало ли кто-то там досвакает. Не щадите их! Бейте без промаха! Что, чего? Хорошо. Лужа там аккуратно. Снимите. Раз. Передвигаемся за квадратиком. Вот это уже не будем пропускать, дальше двигаемся. Все, пошли. Ну, вышли, вышли к квадратику, все. Бомба, заливаемся высо. Глушающие. Милики, отойдите от моба. ДД добейте. Каз, блядь. Четвер ДД, пошли большой бей. Всех кучествуем. От черепа отошли, от черепа. Удушающе. Это луча, кто там стоит. Аккуратно. Вадим, Войт. Да, сейчас глыбу сниму. Повнимательней. Отец, средище, под черепа. Пошли милики средние бить. Удушающие выбили сначала. Провал. Портала, портала. Бегите, кого нитка, друид. Все, заходите сразу. Второй портал пустой. Сразу заход и всех. Трепещите, смертные. Конец близок. Задохнитесь собственной ненависти. Удушающее выбить наверху. Быстрее. В приоритете удушающее всегда. Потом все остальные. Это все зашли. Второй пустой, я сказал, Марадни мертвый. Пот и пьем, как в порталах сейчас. Готовились. Выходим. Уходим, уходим. Там спина вообще есть? Неизвестно. Все, меня отошли с черепа. Чуть мелкая побить. Удушающая быстрее. Удушающая свечность. Портал 5 секунд, уже надо встать рядом с порталами. Лучи, аккуратно. Так, вроде все разбили. Вообще должны быстро проносить. Большое вылезло. Удушающее выбить.
Все по-большому играем. Мелкая дота. Пошел спид. Готовились выходить. Ну, больше дамаги по-большому. Уходим, уходим, уходим. Все кучно, идем налево все, кто с портала вышел. Так, мелкая добить. Помогаем мелкой залить. Под череп. Все, сбежали с ниткой. Душа еще. Душа еще. Портал, идем к порталу. Все к порталам идем. Пошли. Игар. Мне в портал надо. Проводи до портала его, да, с ниткой. Аккуратно там, это. Мучи. Бля. Нитка не снялась, короче. Лол. Как не снялась? Он уже снял. Душа еще выбить быстрее. И большой объем. Мучи аккуратно. Куда-то туч появился вообще. Все, там два сразу. Мультидот эти. Под второй откатился. А потом чек на все припод. Приоритет большой. Готовились уходить. Уходим. Велики, не подходите. Звучит дота. Все, мелко убили. Удушающе. Клерка с Берни, Дэдмайса. Охуенно. Краделоч, гнидыща, Берни до портала. Да, где бы? То есть нитками быстрее заходите. Утушающее выбить. У меня щупается. Быстрее удушающее выбить. Марс, смотри, если у тебя хп кончается. Клетка с портала, тут тебя никто не лезет. Все, большой объем. Дали есть этот. Резать его. Пейс ходит. Мы резнем локо лучше. Сколько там мозга? Сейчас переведем. Большое быстрее добиваем. Выходим. Еще не переведем. Хотя может дотикать среднего здесь заливаем, кто с портала вышел все. Лучи аккуратно. Удушающе можете не бить. Фейс, Берни, Лока, Дэдмайза. Его заебало, дальше лежу. Сзади, сзади, Фейс. Там где лицо. Тыкни на карте. Тыкает. Заходим порталом. Мы сейчас, ну, мы сейчас переводим, точно. Удушающее выбить. 25 минут. Переводите. Блять, большой успеет, не успеет. Я не знаю, успеем ли мы. А я умру сейчас, да. Шаман тоже подхилил, если видишь. Черепу отойти надо. Угу. Удушающее выбить. Переводим. Блять, там большое. Я как сейчас выйду. Выйди, шаман. Бля. Перевели. Все, подрожу, все, старю. Все подрожу, в один кем встаньте.
Отвернулись? Отвернулись. Дома сеснул. Я вижу, я встану все зря. Мелкая добейте. Сначала. А у них все аплики, маги, там бомбы свои развешиваете. Мирики по мобам быстрее. Сначала у которого меньше заливаем. Быстро залить надо. Магите РДД тоже. Косты мобом заливаем. Мобам сыграйте. Отвернулись. Пока отвернулись, можете моба убить. РДД. На этом гейм. Выведите. Пол сразу там, ты видишь, как они идут. Там. Давай, Войт, вот звездный час. Моп идет за йогом, блядь, там еще большой. Ретрик диспель, ретрик диспель. Ретрик диспель. Вернулись. Стрима банан добить. Вернулись. А, Геру-то, да, кстати, дайте. Да, забыл, что про Геру, блядь. Моба добейте, второго тоже. Второго добиваем быстрее. Минус. Все, у йога. Сколько у йога КП? Что за ОЕ? Че, моба? Вернулись. Скажите Ретрику диспылить, пожалуйста. В ретрике все диспельте, диспельте, видите дебафы? Это лучше продиспелить, чем дамажить дальше. Магилы. Косты сбиваете, мирики, мобам. Хулипалу иннер. Поездай, иннер, хулипалу. Зря. Спасибо. Вернулись. Да, мама, помогите мама. По мобам быстрее. Убиваем. Мирик. Сколько хп убил? Каст. 16%. Мобов помочь. Угу. По боссу. Аккуратно, моба. Отвернулись. Так, у нас клетка, нет инора, нету инора у нас. Нету. Клетка с мёртвой лежит. По босс быстрее. Сейчас, секунд еще есть. Моб слева идет. Отворачиваемся в моба, играем пока. По боссу. Все, РДД, не отвлекайтесь на мобов, сейчас босс чисто играет. По боссу. Мирики моба. Это хиливается. Пизда, захилился моб. Отвернулись. Играем, ну, не убиваем сейчас лимонов, сейчас спецца будет. Ну, типа, ДК, если б не сдох, хоть перевели на одну комнату раньше.
И возможно в той работе. Я был сверху танка, танк просто подвел меня к большому щупальцу. Так ты не подходи к большому. Вязкий с ним был. Ну, я понял, но лучше там чуть-чуть санити потерять, чем сдох. Я и стоял рядом, меня просто шпатнуло достало. Немножко ранений. На лок ХПР не тратили тоже. В принципе, убиваем. Убиваем, а сейчас он присит, наверное. И делаете все более-менее хорошо. Почти все. Сейчас убьем. Я ловлю с быстро, у меня аддон не позволяет людей в таргет зель. Это Локи плохо. Все должны быть первые аплики по ДПСу. Ну я первый. Ты на урон по Юксеру. Ну ты без сомнений первый. Флай, там смотри. Панельки. Ты его поставил. Панельки если есть, включай пожалуйста на ретрике на таких боссах. Потому что один по один хил остался. Да, я с удовольствием переспел, мне Вуду не давал людей в таргет брать. Через ошибку. Через маусовер сделай макрос. Хорошая тема. Ты, блядь, сам без фаскина. Кто-то может урон в йоглинг? Приз ДЦ? Сомните, пожалуйста. У кого скада есть или нет? Приставшего есть. Так, 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 бля. ДК там тоже залез. Норика, ты мобов бил уже? На уешь фоток? Вот так он же болезни кидает, типа, они бьют. Не, ну понятно. Тычки. Уничтожение, ну да. Не, ну там... он, видимо, это чуть-чуть.